Филипп, здравствуйте. Вы свободны? Да, конечно, проходите. Сегодня ночью опять заезжали люди в хазматах. Это уже шестой раз за неделю. Черт, это плохо. У нас и так проблема на объекте Кустарт-1. Такая жопа там творится, а тут еще какой-то вирус неизвестный. А скажите, что с этими людьми? Их, ну, я так понял, же их куда-то увозят. В специальный отдел. Ну да, но неизвестно какой. Черт, это плохо. Ну, я даже не знаю, что и говорить. Ну, оставить эту зону на карантине и перевозить всех на другой объект? Ну, пока неизвестно, с чем мы имеем дело. Вот именно, что неизвестно, с чем мы имеем дело. В этом-то и вся проблема. Людей увозят, и неизвестно, что это за вирус такой. Это даже на праздник. Это не то, что. Это вообще ни на что не похоже. Никогда не было подобной херни. Ну, если, конечно, не вспоминать 2015-й, Эболу там и подобную херню. Да. Но это-то мы все прошли. А что это за дрянь? Не знаю. Возможно, это утечка из одной из корпораций. Утечка? Да, мы подозреваем Umbrella. Но у нас нет доказательств. Так. Umbrella, говоришь? Да. Да. Есть что-то схожее. Они как раз работали недавно над новым вирусом каким-то. Угу. И я сюда зашел, чтобы попросить вас собрать некоторые доказательства о том, что это именно Umbrella. Я думаю, можно выслать мобильную оперативную группу на их базу и людей в хазматах наших. И, в принципе, можно посмотреть, что за вирус, и взять образцы с того вируса, ну, который был у этих людей, которых забирали, вот недавно. Да. И тот вирус, который они разрабатывали. Если все сойдется, то мы спокойно можем поставить их под трибунал. Угу. Только сделайте это скрытно, чтобы не наводить шума. А то они о всем прознают и спрячут образцы. Не спрячут. Но меня больше пугает то, что раз они выпустили и не побоялись выпустить вирус на нас, то не побоятся ли они выпустить вирус на какой-нибудь город, где миллионы жителей, и как бы из-за них могут погибнуть куча людей и пострадать. Да, это тоже проблема. Ну, пока добудьте доказательства, а в остальном мы сами справимся. Понял вас. До свидания. До свидания. Итак, опыт первый. Перенесение вируса в организм с помощью воздушно-капельного путя. Итак, давайте начнем. Итак, опыт прошел неудачно. Подопытный умер. Твою мать. Охрана, заберите и вынесите этот сраный труп отсюда. И давайте следующего. Итак, опыт номер второй. Я внес небольшие генетические изменения в вирус. Вот, и мы клонировали первого подопытного. Наверное, мы так будем делать всегда. И у нас будет один и тот же подопытный. Ну, что ж, давайте начнем.
Так. Опыт номер второй прошел удачно. Испытуемый дышит. Что удивительно, он выжил. Неизвестно, что с ним сейчас, но вирус уже проник в его организм. Возможно, он захватывает клетки мозга. Ну, неизвестно точно, но он жив. Он дышит, так что... Посмотрим на... Где? Охрана! Охрана! Охрана, твою мать! Охрана! Охрана! В общем, подопытный сделал два шага и упал. Он погиб. Даже охрана не пришла, и даже охраной не пришлось воспользоваться. В общем, сэр, как бы мы ни пытались, как бы мы ни старались, мы вносили разнообразные изменения в вирус, мы вносили разнообразные изменения в подопытных. Ничего толкового не менялось. Ну, были пару случаев, когда подопытный мог встать, оглядеться и куда-то пойти. Он проходил, ну, я не знаю, там метр, может быть, и падал. И все, он умирал. В общем, хочу сказать вам так, этот вирус просто бесполезен. Он ничего не делает, кроме как убивает. Из этого вируса ничего нельзя сделать толкового. То есть, вводя его в человека, ничего не происходит. Ну, кто-то начинает, я не знаю, трястись, и через несколько секунд умирает. А кто-то может встать и пойти. В общем, этот вирус, он даже для полевых испытаний не подходит. Это бесполезно. Я хочу спросить, ну вот, вашего разрешения, можно мы прекратим все эти эксперименты? Они просто, по правде говоря, бесполезны. Мы попросту тратим время и деньги. Да, этот вирус подходит нам. Но зачем? Нет, подождите, сэр, я же сказал, он бесполезен. Ну, не конкретно нам. У нас есть уже один покупатель, который заинтересован этим вирусом. И кто этот покупатель? Я пришел за вирусом. Деньги в этой сумке. Все, держите. В этой сумке все необходимое. Тяжелое. Спасибо. Да, и пускай этот разговор останется между нами. Я вас понял. Thank you.
Эй, все в порядке? Эй, ты чего? Ты че? Ты че делаешь, ублюдок? Урод! Не трогай пистолет, идиот! Не трогай его, я сказал тебе! Не трогай, ублюдок! Убери пистолет!